И всем привет! Вот мы вернулись в Сталкер Чистое Небо. Так, ворон летит. Как-то мне получалось один раз подбить ее. Почти. Ладно, не столь важно. Короче, что мне нужно сделать? Выкинуть автомат. Вот, все остальное. Спросите, зачем я это делаю? Сейчас узнаете. Так. Как видите, по деньгам я все деньги потратил, но вот этот вот барахло, что я выкидываю. Ух ты, ёлки-палки. Такая горочка наших припасов, и мы идем дальше по сюжету. Сейчас открываем дверь, заходим. И смотрим ролик. Ёптыть, отличный подвал! А сталкеры один за другим, шо дурные прут? Чё им тут медом помазано? Да, мля, жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним! Прибыток сбросили нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Мы потеряли аж целых 18 Майор кругликов. Живой? Наконец-то оклемался. Чё? Ага. ПДА Клыка где-то совсем рядом с тобой. Найди его. Клык, ситуация типа изменилась. Они не дают оружие, мол, кто-то типа узнал, этого. Что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Да, если надо действовать как можно быстрее. Подробный план найдешь в тайнике. Я сменил код. Охренеть, сколько барахла. Майор Никита Лебедев. Информация с ПДА Клыка подтверждает мои догадки. Тут 10 мешков, блин, хлама разного. Побывала в центре зоны. Не знаю, как они еще даже внутри служить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Так, все, что ли? Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Так. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. ПДА Клыка остались координаты вот, из тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Да по-любому, братан, не буди. Так, ты что-то там. Еще давайте, что у нас тут есть? О, нормалек. Давай сюда. Так, и продаем, короче. А продаем, хочет он покупать. Хочет. Ну деньги нужны тупо, чтобы ремонтировать. Так, сколько он? Да, продавец, конечно, с него еще тот. Ну что-нибудь еще ему скинуть, ну хоть Патриков. Так. Выберем, короче, до копейки у меня все. А уже много дали. Не хватает денег. Ну что, добавим? Ладно. Все, иди в баню, бомжара. Тоже мне еще торговец нашелся. А ты патроны не берешь, да? Только бухло. Этот спит, блин, ночью работает, днем спит тоже мне еще. Ну так, что нам задание задают? Пойти кого-то там убить? Или забрать свои шмотки? А, вот. Типа верну свои вещи. Ну деньги тут в игре нет, нереальные в смысле. Забрать их нельзя, их нет. Это просто цифры в тебя. Но грохнуть-то их все равно надо. Как ни крути, не поворачивай. Солнышко вылазит. Ой-ой-ой, зря я сюда поперся. А нет, все нормально. Ну, а вон бандюс стоит. Сейчас мы ее попробуем снять. Лобешники. Ну или почти лобешник. Что тут есть? Ничего. Идем дальше. Вот и в комментариях не пишут, мол, что я гранатами не пользуюсь. Ну да, нафига тебе их собирают, сам ты видишь. Вообще я их не люблю, если честно говоря. А подствольный гранатомет это более эффективно, видишь, но я автомат не прокачу на подствольник. А тут не поймешь вообще, как их кидать-то.
Так, понятненько. Надо в космос запулить, и она сейчас ко мне вернется. Молодец. Короче, говорю, что не люблю их. На тебе. Что-то мне кажется, что эти бронебойные, по-моему, это точнее, чем наверное, оружие. Если обыкновенные патроны. Вот ты посмотри на него. И все. Хорош мне патроны расстреливать, да. Хотя мне и так их вагоны маленькая тележка, но все равно. Так что у тебя калашик, давай сюда. Так, я у тебя это возьму, гренку возьму, а эту барахло себе оставь. А чё? Дроп на продажу пойдет. Не знаю, зачем нам не надо. О, хлебушка. Что там написали? Свернуть ли я? Да-да-да. А 15 рубликов мы их вернули? Да, как раз. Я помню, первый раз, когда я играл, и давным-давно это было уже, не помню даже когда. Так, а что там? А, у меня какое-то здание есть. Типа... Встретиться с группой, чтобы атаку. Ну а чё и нет, я по крайней мере здесь рядом. А, ну да. Тут не так, как другие хитрые, что можно накинуть просто и всё. Ну пошли, чё, пошмаляем этих упри, что ли. И что ж я маленьким не сдох? Да, ну, действительно, какой-то локала, этого натовское фуфло. Ребята, разбились по одному. Этого, блин, все запомнили. Ты что по мне стрелять, я не понял. Другом людей полно, они только в меня стреляют. Замен повыше позиции. Пожалуй, вот здесь вот где-нибудь на этой плите. И будем отсюда работать. А ну не думай, гранаты кидай. Кто где? Ага, ты. Что-то граната даже в любом раскладе сюда не долетела бы. С такого расстояния. Шелупонь. Так, выключим-ка лампочку. Что-то. Ушел, ну не я, конечно. Так, поможем товарищам. Так, он наши сидят. Где еще? Ааа, маслину поймал. Да что так, блин, голова бронебойная, что ли, не знаю. Чуть-чуть, конечно, косит, но уже не так, как раньше было. Да умри ты, блин, своим. Так, где еще? Ха, прикольно, мужиков тащит. Все. Ну, мужик, я уж думал, тут и подохну. Это, я даже не знаю, как тебя благодарить. Да ладно, денег дай, да и все, хватит. Значит, я тебе на ПДС сейчас сброшу координаты одного места. Мы там с ребятами хабар хранили, пока эти подонки нас не загребли. Ребятам это уже ни к чему. Земля им мягкой постелью. А я больше в зону ни ногой, хватит. Муха сранский каком, и то лучше, чем в этом аду. И то ты прав, мужик. Так, давайте тут ящик разобрать. А ящичка? Подяру, пожалуй, заберу колбасу, подъем. Это вам. Мать, он даже еще, я вам дам. Дам чуток. И вот это нам. Еще вам еще дать. Ну вот.
хватит. Так, ну-ка давай сюда автомат. Так, водка, патроны. Где твой автомат? Ну, признавайся. Ну и нет таки, нет, господи. Блин-то надо. Винтик. Винтик такой вещь, всегда надо. И денег они стоят. Этот бомжар вообще какой-то, что ты вообще делал? Ну давай гранату, что ли. Раз из гнильца и орешек, как тот в прошлой части говорил, или какой там позапрошлый. Так, я тебя же упал, да? Ясно, ну тут еще где-то кто-то есть. Ох, ну ты вообще больше еще из тех бомжей. А, ошибать ничего не буду. Жаркий, шмаркий. Чудо нафиг. Сталкеры тут главное ходят, как у себя дома. Так, а вот пульки и гранатки я, пожалуй, тебя возьму. Слушаю тебя. Так, что ты говоришь, хочешь? Водки хочешь? Бери. А, не, за двадцатку. А, ладно, забирай. Набухаешься с друзьями. На вам еще хлебушка. Колбаски, думаю, хватит там закусить. Ну, рассказ. Так, что тут говоришь? А, ничего, ну и не надо. Значит, ничего, помогать? Валим отсюда. А что ты здесь один-то мне не скажешь вообще, дружок? Стоит один, знаешь, вот этот. Ага, если я подойду, я тебе скажу, что типа, что вам надо. Они скажут, типа, захватить эту стрелу. А, больше тут ничего полезного не стрелять. Для моего оружия, по крайней мере. На натовский потом не собираюсь переходить. Хотя можно, но я не вижу в этом смысла никакого. Эффективность автомата не улучшится и не ухудшится. Просто боеприпас другой. Сейчас. Так, мы зажарились, в смысле это? Устал персонажик. Слушаю тебя. Так, чем вам помочь? Погнали. Давай, мужики, идти пора. Эх, ведь говорили мне, не ходи в зону. Ну, идете или нет? Так. Что-то они как-то... Куда вы пошли вообще? Ну? Бляха. Не туда, я понял. Да ничего. Сейчас я быстренько расчищу. Там. Не парься, мужик. Ты один пошел, самый смелый. Ладно. Так, главное в аномальку не лезть. Радиация-то фигня. Так, где там эти? Ага, вижу, башка торчит. Вообще прям четко стреляет, прям туда, куда целишь. Блин, не удалось подойти втихую. Дурак, зачем? Они меня даже это не видят. Вот здесь, кстати, хорошее очень место. Уже яблочко, сука! Что ты говорил там? Кинул скотина. Фуфло ваши гранаты, ребята. На,
ладно, хорош тут развлекаться. Да бляха, не зарядился, ну как так? Так, давай сюда гранату. И консерв давай. Консерв я съем. Боже мой. Какие же вы все. Вот это выручил. Слушай, ты приходи к нам на базу. Отблагодарим, как полагается. Обязательно приду. Да, такие вещи даже брать не стоит. Ну, у тебя явно ничего. О, хлебушек давай. Фонарь вырос тут. Ну, что расскажешь? Что расскажу? Патриотовское фуфло. Так, а ну-ка давай-ка. Чем помочь? Ничем, да, торговать. Ну ты, блин, кроме... Почему ты патроны не хочешь взять? У меня много их. Ну что ж у тебя такого хребра нету? Найдешь пушку, ты будешь. Ладно. Что-то там по сюжету говорят. Так, это идти через другую карту, это, блин... Это разрыв видео, я бы это не хотел делать. Так, сходим на тайник. В прошлый раз. Встать! Говоря. Что у меня там? А, интересно, макро, оптика, что-то поведет. Так, это ничего, как это нарисовался. Сумочка. Угу. Так, вот это я возьму, а это себе оставь. Хотя, надо забрать, потому что это фуфло мне будет все время светиться. Можно пойти, кстати, этих попробовать. Пощелкать. Ну вот он один стоит, хорошо. Почему другие сталкеры не двигаются на направлении? Может к этим было сходить надо было? Поговорить с ними, о чем вам помочь? Ну, давайте так и сделаем. Где он там находится? Да, в том направлении. Так, что тебе тут? Чем помочь? Да ладно, ничем, блин, я только пёрся сюда. Вы чё, ребят? Ну, упыри, блин. Ну, это дайте что-нибудь скоммунизить у вас, что ли. Ой. Слушаю тебя. Слушаешь. Говори давай, чем надо помочь. Пошли тогда бандитов выносить. Так, тут вроде как в пенечке что-то есть. Ну, аптечку я возьму. Это сейчас выкинем. Ну так выкинем. Пускай пока побудет, что ли, хрен знает. Так, надеюсь, эта музыка не паленая. Так, там никого нет случайно? Случайно вроде нет. Если не видишь так, поводишь прицелом и сразу все увидишь. Да, вот это дерево, конечно, в тему стоит. Так, хрюшки. Хрюшки-то хорошо. Мне не мешает. Обычно там сталкера есть посеть. Нет, никого тут нет. Так, садимся. На корточки. Глушитель хорошая вещь, они меня не особо не знают, где я, как бы. Ну, конечно. Быстро! Обходи, обходи эту шелупонь! Ага. Твою мать! Шелупонь, на тебе!
Так, там в окнах где-то, по-моему, должны быть. Ага, вот сюда ждет. Да бери, бери. Не, бля, бля. Братан, тут тварь из стрёмных трется. Шо звездец? Помоги, а? Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат. Это ты кому говоришь вообще? Это ты мне, что ли? Нас тут крепят не по-детски. Давай, покажи, что бандиты, ты реальный, что ли, пацан. А чё тебе даже вам помахать? Вы чё, с ума сошли? Ой. Чё тебе как-то тебе сразу не заметил? Мы сейчас загнёмся, братан! Чеши к нам! Так, снорк. Вот снорка бы надо бы вынуть. Без проблем, а то я уже тут в живот стою. Кабанчики, работайте, работайте на меня. Там что, ворота закрыты? Я не по сюжету пошел, ну ладно. Давай за бинтик, гранатку. Что тут у вас есть? Да-да-да. Ты попади сначала хоть раз. Тоже не ищу. Ой, хых, ты конечно. Да не, не стоит. Я ж хороший. Так, а ты их не местный бар? Кстати, за бандита я ни разу тут еще нет. Хабарчик. Чего, да? Да. Ну, заодно и полегче станет. А где ж музон-то ваш играет? Вот. Не ломается. Клюшка бегает. Так, я сюда залез минут случайно. Так, по-моему, это... Да, это не простреливается, к сожалению. Прийти на помощь барахолка. Где это? Ага. Ой, что ты сделал? Ну, открывайте. Так, неужели никого тут нет? Щелочку же позырим. Никого. Ну как так-то, блин? Я пришел уже на помощь, вот он. Так, а ну... В окно мы не сможем залезть. Блин, они не бьются. А там не влезешь. Эх. Ну сейчас мы туда. Окно хоть где-то есть открытое? Лимончиком кинем. Во. Точно. О, щелочка. Вали, петух. Да ты чё? Где, где ты там? Так, кабанчик, ты, по-моему, хочешь на шашлык. Так, портишь мне мой комбинезон? А вон он твой. Дивизия.
Попробуем толкнуть уже пулять. А где граната? Она не кинулась, 100% не кинулась. Так, чуть-чуть. Так, блин, в окно попал. А я мне уже когда гранаты кончились. Ладно. Так, щелочка. Хоть кого-нибудь поджарить. Не помню, сейчас все, наверное, должны бежать. Зря, конечно, что я не могу зайти сюда. Мазь, что под ногами. Шелупонь. Да. О, еще пацан. Ну, ща пойдет реальная пьянка. Нет тебе. Выноси бочье. Да-да, выходи. Блин, через даже двери не постреливается, походу. Где ты, шелупонь? Сварки. Ладно, его патроны пролетают, мы нифига. Где ты, упырь? В смысле, его нет? Он физически его нет. То есть он как бы есть? Его-то нет. Так, ладно. Все-таки мне советуют пойти на миссию. На миссию, говоришь. Сейчас забьем сюда. Тут вроде что-то должно быть в конце туннеля. А, вот. И что тут? Ничего. Дай-ка мне автоматик, там можно позырить прицел. Такое ощущение, что там больше ничего нет. Да. Так и да. Щелки-моталки. Значит, что-то в других частях было, что здесь можно было найти артефакт, по-моему, какой-то надо будет или еще какую-то фигню. Так, ну в поезде тут ни черташеньки нет. Ну, музыка, конечно, отсюда слышно. Ну да, тут бы мне кажется, думаю, нифига себе. А сколько тебе, блин, твоя голова патронов съедает? Сходим туда в этом нормально. Пистолетские стрелки. Бери-ка этот, как его. Во. Так, надо бы засейвиться. Он, по-моему, в том пеньке находится. Излучение. Такой же пистолет, как у меня, типа. Вау! Аптечечку-то. Слежка, дружочек. Пару батончиков. Короче, что мне с этим дали за пистолет?
Где он там? Вот он. Так, отдача, точность, настильность. Этот у меня. Отдача 40. Точность. 50 у него что-то там. То есть такой же самый, как у меня получается. Ну да. 4 полностью выключены. Ну ладно, продадим. Ничего это. Показалась вторая рука у него. Да, пси-защиты у меня вообще никакой нет. У меня долго еще штырить будет. Блин, на сюжет надо идти. Вот это я зря. Ну давай же, твою. Дивизия. Короче, не стоит этот пистолет. Этих усилий. Жалко, конечно, что я не могу. Ничего, могу опять в аномалию попасть. Че нет? Могу бежать уже. Этот раз получилось, тот раз как-то не очень. Снорк. По-моему, калашик у меня уже поломался чуток. Из-за этого такая точность. Ладно, сейчас ходим на... А, вот ваша стоя, кстати. Чё, как, чё, почём? Чё, помочь? Твою дивизию ничем, говорит. На тебе батоны, водки. Ничем себе не отказывайте. Так, а нафига я вообще-то пистолет взял? Да какого... Стрелять эту гадость. А как ты тащить так? Shift плюс... А! Так, Shift... Пошли. Чё, реально тащится? Нифига. Это вот так вот мучиться, чтобы подтащить его на базу, да ну нафиг. Ну, типа, если что-то не улазит. А, вот, получилось. Ну, в принципе, это такая тактика, если работает, можно напихивать в одного жмура целую кучу и тащить его. Правда, как не, вот, не всегда получается, что он его держит, иногда скидывает, ну да ладно. Так, кто это тут у нас? Снорк, что ли? Ой, как это? Ой, сколько вас? Блин. А как я сюда вообще, блин, как я сюда вылезу? Так, а ну, мужики, разойдись. Рано расслабляться! Ждем! Конечно, конечно, рано. Никому не расходиться! Все. Тоже мне еще опасность. Сколько патронов? 400. Ого, я много раз распулял. Ой, братан. Не знаю, все поняли. Валите к чертовой бабушке и друзьям закажите. Так. Так, всех поубивали? Замечательно. Чем вам помочь? Ничем. Торговать вы не хотите, упыри. Зачем я тогда вообще вам помогал? А нас бар не пропустит случайно? В общем, выкладывай. Чё надо? Офигеть, никто ничего, блин. Никому ничего не надо. Хотел отремонтировать шматьё. Можете, говорит, понятное дело, сюжет не пускает. Так, гремочку возьмем. Больше, походу, у них тут ничего нету. Ну и ладно. Так, может, ты что скажешь? То же самое. Здоров! А ты вообще не разговорчивый.
Ладно, погнали туда. Кто там? А, наш. Ну как наши, зелёные, по крайней мере, стоят. Наши, ваши. Еще раз пойдем немножко пошмаляем этих, и я буду серию заканчивать, уже следующая серия, уже пойдем по сюжету именно. Так, вот там еще какие-то раз. А, там вон ходят эти. Свинья. Собаки, короче, всякая хрень. Тут снорки, что ли? Ух, как там хорошо электричество разряжается. Это же шаровая, блин, электростанция, ё-моё. Накидать туда электродов, блин. Поставить какой-то трансформатор. Здоровый, мощный. И всё. Шаровое электричество обеспечено. О, тунчок. Зайдём, заберём. Сполошились кабаны. Так. Тёпленький, говоришь? Фрейра повалили. Это патроны есть, братан. Причём на калаш. Кто там такие стрельбы? Эти стрелки. Тебе. Да блин, точность оружия опять упала. Лимончик выкидай. Ух ты, блин, думал, что он не попадет, а попал, сволочь. Дострелялся. Конечно, мочит. Улетел. Не то, что прям вышел, а прям улетел. Еще один улетел. Да-да. Так, это ладно. Так, где тут этот стрелок? Да твою ж. Лимончик, говоришь? Блин, а чё тут нельзя влезть в окно? Чики-брейки, давай. Бегает тут, а вау. Ух ты, залетела. Обходите, обходите. Так, где там это? Да блин, не ты. Во, чуть-чуть патрона накинем. Ого, пушечка. Состояние, повреждение, да ладно. Черный ястреб.
Так, эти вроде все разряженные. И ремонтника здесь нет нифига нигде. Гранты вам все! Гранты вам все! Ну давай. Чтоб по-честному было, я с пистолетом, вы там что у вас там есть? Ну да, по-моему, этот пистолет намного точнее, чем автомат. По крайней мере, на небольшом расстоянии. Да ну, фраер, иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Что ты там прячешься? Ага. Так, вот пушечка от вас хоть упала одна. Да короче. Посмотрим. Оу, шо за она? Точно, вышло тебе в рот. Мы, короче, это... рады видеть, ага. Здесь всегда один остается, да? А, нет. Не всегда. Где-то тут, я помню, должно быть наверху. Надо перепрыгнуть на вот эту площадку. В смысле, на поезд, и там где-то что-то должно быть. Ящик или еще какой-нибудь. А, ой-ой-ой. Тут электричество жахнет. А вот сумочка. Ну, присядки еще ниже. Вот. Ну, а где... А, вот. Бери. Классно. Молодцы, сука. О, ты что там танцуешь? Автоматик что-то меня подводит. Свиньи так и рвутся сюда. Мясо сколько ходит. Чё это такое? Не какая-то. Там уже столько трупов их валяется. Разрядим патрон, сколько у меня их. А, полно. Так, ну что ж, нам сюда, как бы по сюжету. Так, а кстати, что-то я не помню, что там надо делать. Сейчас посмотрим, почитаем, точнее говоря. Так, найти группировку сталкеров. Тут вертолеты будут или не будут? Мутанты. Долго цене, по-моему, здесь ничего такого не будет. Бандиты. Зомбированные. Мутанты. Это куда? На янтарь. Тоже, наверное, куда-то на янтарь, да. Ясненько. 750 рублей получить. Ясно. Дело ясно, что дело темное. Здесь я помню, что они были всегда. Просто я как-то странно. Подумал, какую-то группировку вступить. Эти свободовцы меня не захотели брать. Почему, непонятно. Надо было сталкеру вступить, тогда было бы дело. А может быть и нет. Ну, в общем, такая вот была серия. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.